Телефонное мошенничество – реальная угроза материальному благосостоянию общества, в особенности нашим бабушкам и дедушкам. Сегодня в городе прошла специальная акция. Волонтеры молодежного центра по инициативе Общественного совета при УВД Железногорска раздавали пожилым гражданам памятки, как нужно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не стать жертвой преступников. 2 миллиона рублей. Столько в общей сумме железногорцы отдали только за последний год телефонным мошенникам. Еженедельно в нашем городе регистрируются десятки подобных случаев. И жертвами чаще всего становятся женщины, которым за 60. Ну, вообще нельзя паниковать. Потом надо бросить трубку, если сказали, что что-то случилось с родными и близкими. После чего набрать их. Если они не берут, то надо звонить в больницу, полицию и так далее. Вот. Ну и убедиться в том, что с ними все в порядке. Волонтеры молодежного центра при поддержке полицейских сегодня еще раз напомнили гражданам, попадающим в группу риска, о правилах безопасности. Эта акция была спланирована на последнем заседании общественного совета при УВД. Один из членов этого совета, Николай Селезнев, ветеран железногорской полиции, помнит, как все это начиналось примерно лет 5 назад. И вот сейчас принимает, похоже, размах эпидемии. Те раскрытые преступления, установленные преступники, которых удалось установить, показывают, что это, в общем-то, психологи своего рода. Они знают, как разговаривать с людьми, знают, чем их завлечь. И, скажем так, если человек откликнулся на такой телефонный звонок, они не дадут ему положить телефонную трубку. И, как правило, эти люди находятся в местах лишения свободы. Одним словом, мошенник обладает достаточным количеством времени. И даже не сомневайтесь, он наверняка найдет способ кого-нибудь одурачить. Вот, кстати, этот молодой человек в одиночку в течение 1 месяца выудил у доверчивых красноярцев более 600 тысяч рублей. И, судя по этой видеозаписи, ни чуточки не раскаивается. Что вы делали? Звонил, телефон обманул. Как обманули? Путем представлял сыну, потом разговаривал как следователь, то есть не перечисляли деньги. Так что бдительность, еще раз бдительность, доброта и доверчивость – это, конечно же, хорошие человеческие качества, однако стоит лишний раз убедиться, а не пытается ли кто-нибудь ими воспользоваться. Чтобы